отыскала свой багаж. Он был вот в секторе 10. Где вот сектор, вот там 10. Вот сейчас пойду на выход. На второй этаж подняться в отель. Это я снова спустилась в багажное и в дюти-фри, зона дюти-фри. Это первый этаж. Пока я ходила по дюти-фри, мои чемоданы уже одинокие, два крутились. Вот так вот я выгляжу с моими чемоданами. Себя уже даже показывать не хочется, потому что... Ну, уставшая, хотя что, я же не работала, сидела 12 часов. Вот тут тоже зона, я была в другом месте. Ну, в общем, это полно. Но с вещами здесь не вижу зону дюти-фри. Только вот продукты, спиртные напитки, кофе, сладости, парфюм.